Еще в мае этого года российский министр обороны Сергей Шойгу говорил о планах усиления Западного военного округа, который собираются увеличить на 20 новых частей. В Польше боятся, что мощные боевые подразделения России, базирующиеся в Калининграде, смогут осуществить молниеносный прорыв до Варшавы. Российский министр отметил, что новые боевые единицы будут созданы в ответ на дислокацию сил НАТО недалеко от российских границ. Шойгу при этом не уточнил, где именно будут находиться сформированные части. Некоторые польские эксперты предположили, что речь идет о калининградской группировке, имеющей прямой выход на Польшу. Так, военный аналитик Павел Фельгенгауэр полагает, что в данный момент происходит давно анонсированное Москвой наращивание сил РФ в Калининградской области, где находится 18-я моторизованная дивизия. Сюда прибывает все больше солдат и боевой техники. Ранее действия России в этом регионе носили в основном оборонительный характер. Теперь же, по мнению поляков, налицо возможность агрессии на Запад. Очевидно, это серьезная наступательная группа, которую можно использовать в разных направлениях, подчеркнул Фельгенгауэр для польского издания Defense 24. Эксперт предположил, что даже в своем нынешнем состоянии россияне смогут организовать прорыв из Калининграда до Варшавы или Сувалки, а в обратном направлении повернуть на Литву.